все присутствующие прощаются с талисманом Олимпиады 80 славным приветливым медвежонком. Это я. Как и большинство жителей нашей страны, я родился в государстве, которого уже нет и которого никогда больше не будет. Именно поэтому, кроме обычного сожаления о прошедшем детстве, у многих из нас еще и тоска из-за распада той страны, в которой это детство прошло, где мы смотрели добрые советские фильмы и много мечтали. У нашего поколения, родившегося в 70-х, была такая игра. Мы высчитывали, сколько каждому из нас будет в 2000 году, и пытались представить, какими будем мы и каким будет мир вокруг нас. Ну а реальность, как это часто бывает, превзошла самые смелые наши фантазии. Смотри, как вкусно! Зеролнности. Кириешки. Крузет. Ныряй в свежесть. Регистрируй коды. Решайся. Попробуй. Вкусно. О, окрыляют. Ты научил людей жить лучше. Ты изменил жизнь других людей. Спасибо тебе. И я желаю тебе замечательного юбилея. На Западе Михаила Горбачева любят, а у нас не любят за одно и то же – за распад Советского Союза. Конечно, Горбачев с вызывающим празднованием своего юбилея в Лондоне хорошо подходит на роль отрицательного героя, если бы не одно «но». Его нет во власти уже больше 20 лет. А мы опять построили в собственной стране что-то такое, чем вряд ли можно гордиться. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Большинство жителей России считает, что в нашей стране от них ничего не зависит. Этот факт выяснили социологи. Со своей-то жизнью я как-нибудь разберусь, думают люди. А уж деревня или город, а уж тем более страна – это нет. Пусть власть там как-нибудь сама со своими проблемами разбирается. Ну что же, думает власть, спасибо. Буду делать так, как мне удобнее. Поэтому в нулевые власть сделала так, как ей удобнее. При молчаливом согласии абсолютного большинства наших граждан. Отчеты со съездов «Единой России». Эти выпуски как бы новостей под девизом «Это все о нем». Россия без Путина! Саня! Здравствуйте. Здравствуйте. Программу «Намедни» Леонида Парфенова закрыли на НТВ в 2003-м. Спустя 8 лет, в декабре 2011-го, Парфенов стал одним из лидеров общественного протеста. Вот это-то и не может понять власть, что даже если и были прежде заслуги, есть люди, которые власти за эти нулевые годы благодарны, но они говорят, а мы в десятых не хотим жить, как в нулевых. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Я сидела на этом съезде,
как раз с близкой подругой, которая сейчас, она корреспондент «Гардиан». И мы с ней сидели и думаем, ну, будет там съезд КПСС, это будет очень скучно. И вдруг мы понимаем, что происходит, что Медведев, что сидящий президент Медведев с трибуны предлагает свой пост своему премьер-министру. И у нас просто отвалились челюсти, мы так на друг друга посмотрели. Серьезно, что ли? Выходят два человека. Там вот перед ними сидит политическая элита страны. А они не знают, какое будет решение. Им раздали проект бюллетеня, ну, то есть кандидаты в список, где пустая первая фамилия. Вот, вы знаете, я... И вот они выходят и говорят, все, мы решили поменяться. И как, а представьте, каково вот тем людям, целям, которые сидят в этом зале. Потому что какое бы решение ни приняли, они должны сказать, какое мудрое решение, очень ожидаемое, очень правильное, и оно несомненно в интересах Российской Федерации. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. То есть просто люди увидели, что у них за спиной сговорились руководители. Вот, оказывается, сговорились даже не сегодня, а 4 года назад. Вот и дурачили, в общем, им голову на протяжении этих лет. Вот какой тандем. Вот какую самостоятельную роль Медведева, если, оказывается, все было решено. Вот. И люди почувствовали себя обманутыми. И вот тогда начался рост, ну, условно говоря, оппозиционных настроений. На самом деле выстригалось такими большими садовичьими ножницами, выстригалось все, что в этой клумбе «Единой России» не помещалось. Любые, как они считают, сорняки. Вся эта цветущая сложность политическая, они всю ее вырвали на корню. Вот и, собственно, мы пришли к тому, к чему пришли, когда на площади Болотной забираются люди совершенно противоположных политических взглядов. Стоит Шендерович, стоят люди со стягами «Святая Русь», стоят там центристы, стоят коммунисты, кто угодно, потому что всем уже не нравится. Любому нормальному человеку понятно, в чем была претензия Болотной. В том, что накидали бюллетеней. Это кто кидал? Центральное разведывательное управление, что ли, кидало для того, чтобы спровоцировать их выйти? Ну, тогда оно очень умное. Тогда, значит, оно было нанято «Единой России». Это вот такая логика извращенная, может быть. Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные бюллетени. Ничего не заполняет. Такая наглость, что я даже никогда такого не видел, не слышал и не думал, что такое может быть в принципе. Как люди, учителя школ могут... скидывать бюллетени, там, убегать с протоколами или там еще что-то делать, там, ну, то, что происходило. Кошмар. Эти люди учат детей в школах. Ужас. Дамы и господа, добро пожаловать в букет. Для вашей безопасности просим вас не размещать вещи в проходах и оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности до полной остановки самолета. Do you have this one yellow? Андрей Иванов – предприниматель. Вместе с другом в Красноярске они основали успешную интернет-компанию. Первое – это модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, создание инфраструктуры для инноваций, повышение производительности и безопасности труда. Наверное, Андрей один из тех, кто должен был проводить в жизнь ту самую модернизацию, объявленную бывшим президентом Медведевым. В конце нулевых он принимает решение уехать из России. Было такое настроение, что надо выезжать. А потом пришел такой момент, когда за, наверное, месяц или два я принял... Вот момент принятия решения. Месяц или два это было, я уже точно не помню. Что... Ну, собственно, либо сейчас, либо никогда. Получил бюллетени на этом избирательном участке. Владимир Путин голосовал ранее, например, на выборах депутата Госдумы, предыдущего созыва и на прошлых президентских выборах. Знаете, я его
первое время уважал. Ну, как, наверное, многие. Все думали, что все разваливается, вся страна разваливается. Пришел такой сильный человек, сейчас он всех удержит, там всех построит, все, чтобы было все хорошо, все ровно. Но в результате через 5-6 лет получился такой застой. Какая красота, дождь идет, я одна на тротуарах пузыри. Я считаю их, я не знаю вас больше. Привет, я Джулия, рада встретить вас. Ваш канал что-то снимает? Нет, ребята снимают фильм о работе иностранцев здесь. Они смотрят, как я работаю. А ты где работаешь? Я работаю в журналах Foreign Policy и New Yorker. Я хочу пожелать, чтобы до тех пор... Да еще такая получается... На каждом таком событии, на пресухе, такая еще туся. Джулия родилась в Москве, когда Советский Союз доживал свои последние годы. В конце 80-х ее родители эмигрировали в США, и Юлия стала Джулией. Она вернулась в Москву в конце нулевых и работает обозревателем американского журнала «New Yorker». Давайте скажем это. К народу я отлично отношусь, я все время его изучала, этим занималась, поэтому сюда и приехала. И поэтому нет никого, который так ненавидит Россию и своих граждан, как правительство, которое сейчас сидит в Кремле. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. А раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, Господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо. Путин едет по стране! На серебряном коне! Путин всем людям поможет, дай ему здоровье, Боже! Политик без политической истории. То есть, знаете, как в банке говорят? Кредитная история, да? Вот у него не было этой кредитной истории. Кто, откуда человек взялся? Who is Mr. Putin? Довольно неожиданно у нас произошла очередная отставка правительства. Сегодня президент сказал, что видит вас своим преемником, желательным преемником даже на президентском посту. А это уже означает большую политику. Вы к этому готовы? Мне уже задавали этот вопрос. Было бы совершенно нелепо ответить, что не готов, если президент так сказал. И тогда население говорило, что ну да, да, мы ничего там про него не знаем, но не можем сказать ничего плохого и очень надеемся. У большинства населения от образа Путина не рождалось ощущение угрозы. Вот власть, которая не несет ощущение угрозы, это довольно важно для России. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Путина поддерживала значительная часть либеральных деятелей. Вы помните эти бесконечные разговоры о том, что нам нужен новый Пиночет, вот русский Пиночет? Они думали, что вот эта жесткая рука, она будет хватать за горло кого-то другого, но не их. Так, слушайте, они-то меньше всего должны радоваться. И вы тоже, между прочим. Я ему каждый день говорю, что у него отставка скоро. Так все, если президент избран, они уже в отставке. Поэтому завтра будет обычный рабочий день. Путин обусловлен тем курсом, в который он верит в жизни. Он верит в либеральную экономику, вхождение на Запад и сильное государство. Сильную власть. Вот он верит во все это вместе. Что произойдет тогда, когда он поймет, что все это вместе не реализуется? Путин, несомненно, консерватор. Он очень скептически относится к человеческой природе. Вот эта вот знаменитая статья Путина в «Русском пионере» на тему того, как увольнять людей. Что типа, да, министры у нас плохонькие, поставим других, будут еще хуже. И слушать, лучше ушить. Прежде чем кого-то выгнать, уволить, надо сделать все для того, чтобы заставить человека работать.
Путин является лидером очень большой группировки, причем эта группировка, она не только связана, как там считают, с питерскими и так далее, а очень большой общероссийской, так сказать, группировки бюрократов, олигархов, там, не знаю, различного рода деятелей. Он ее лидер, безусловный, так сказать. И это всегда опасно. Даже если он самый идеальный человек на Земле, даже если он самый умный человек на Земле, но это опасно. Опасно вот эта вот бесконтрольная, практически абсолютная власть над всем. Я бы воздержался говорить о том, что Владимир Путин куда-то уходил. Он не уходил, он пробыл 3 срока, да, там 2 срока в качестве президента, 1 срок в качестве премьера. Ну а сейчас мы станем свидетелями церемонии, насколько публичной, настолько и личной. Мы, конечно, можем только догадываться, о чем сейчас думает Владимир Путин. Он покидает президентский корпус Кремля. Ну, сейчас он идет там на свой 4-й срок. Он просто не хочет уходить от власти. Он хочет оставаться там, ну, еще какое-то время. Может быть, пожизненно. Мы же не знаем, что у него в голове происходит. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Я свою задачу в этом смысле вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле, и чтобы, знаете, на экранах телевизоров по первой, по второй, по третьей программе все время показывали одну и ту же физиономию, а в конце директор ФСБ говорил: крутите на первые 3 канала. В этой связи хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь. Помните, вот вопрос мне кто-то задал, там, а какие молодые политики есть в стране? Он сказал, что вот есть Дмитрий Медведев, да, еще есть, но фамилии не скажу, да. То есть человек сначала проехался катком таким по политической системе России, закатал всех, кто мог высунуться выше там, усредненного асфальтового уровня, там, таким бетоном, да, а потом говорит, знаете, политиков в стране нет, вот я один политик, который может там, этой страной управлять. Вам не хочется оставить политику со всеми проблемами и пожить уже для себя, для детей, для семьи, ну, отдохнуть, наконец? Не дождетесь. Демонизировать одного Путина не надо. Это просто наше вот отечественное сумрачное костное против прогрессивного. И это было всегда, начиная с Ивана Грозного. Поэтому, ну что тут нового? Покатаемся по городу, отвези меня, пожалуйста, к мосту. Ближе, ближе, здесь я дышу. Дорогие друзья, фильм, который вы сейчас посмотрите, посвящен бадминтону. Бадминтон – это такая игра, которая вроде бы известна почти всем. С другой стороны, по-настоящему играть в бадминтон могут немногие. Он выступил на Ярославском форуме с речью, которая, безусловно, является речью кандидата в президенты Российской Федерации. Причем от либерального спектра. У нас есть люди, которые считают, что желательно всем выстроиться в одну линию. И, как принято говорить, стройными рядами идти в светлое будущее. Я уверен, что это не просто не нужно, это очень вредно для нашей страны. Но абсолютно очевидно, что очень влиятельные круги российского общества это не устроило. Они нашли своих спикеров, нашли свои проходы к Владимиру Владимировичу, и произошло то, что произошло. Медведев, как президент, да, он не выстроил свою команду. Он вот его как вставили, да, в случайно освободившееся место президента, да, вот он посел в это кресло, но ему не разрешили быть реальным президентом. Или он не захотел этого делать. Год назад появился мой видеоблог. Весной он стал частью живого журнала. Это уже серьезный срок, пора подвести итоги. Медведев слабый, безвольный человек. Именно поэтому Медведев был избран местоблюстителем в силу своей личной слабости.
И за 4 года он доказал свою полную политическую импотенцию. Медведев перфекционист. Медведев хочет, чтобы вот все было самое лучшее, самое замечательное, самое, если не самое лучшее, то хотя бы видимость самого лучшего. Давайте все скажем, что оно самое лучшее, и как-то, ну, и все будем в это верить. Такое счастливое, незамутненно счастливое лицо, когда он на этих, на международных саммитах, среди лидеров других стран. То есть вот, ну, это классно же, ребята, что еще надо вообще в этой жизни? Там проблемы какие-то возникают, коррупция. Сейчас я приму программу. Что, до сих пор коррупция? Да ладно, бросьте, мы же программу-то приняли, вы что? Верни свой друг, мне грустно без тебя. Заходите. Родилась я, конечно, в роддоме, но выросла как раз в этом подъезде на 7-м этаже. А здесь, в этой квартире, жила моя прабабушка, потом бабушка. А уехали мы в 90-м году в штат Мэриленд. Вот когда мы уезжали, это был конец апреля 90-го года, уже осталось, собственно, совсем чуть-чуть, да, до распада. И друзья моих родителей, ну, вот взрослые мужчины, просто в голос рыдали, там мой дедушка в голос рыдал, потому что всем казалось, что все, уезжает навсегда. Когда я в Штатах жила, я думала, что у меня более такой, ну, с русским оттенком склад ума. Приехала сюда, поняла, что я совершенно американка, что многие вещи меня здесь шокируют, например, что женатый мужчина, например, очень открыто к тебе клеится. И когда ты говоришь, вы что, у вас жена, там дети, они тебя смотрят, как будто ты совершенно дура. И они говорят, ну и что? Ну ты же мне нравишься. Вот здесь наш офис. Здесь мы будем заниматься недвижимостью. Он еще не до конца готов. Здесь вот будет комната для тайских сотрудников. Тут уже вся мебель есть. Государство гораздо проще относится к предпринимательству, чем в России. По крайней мере, не мешает, не делает никаких сложных процедур и не регулирует, что самое главное. Ни в одном кафе никогда, я думаю, здесь не видел, чтобы какие-то пожарники или санэпидемстанции или что-то подобное было. Премьер-министр принял участие в церемонии ввода в опытно-промышленную эксплуатацию 4-го энергоблока. Ну, раньше я думал, что... Ну, может быть, Путину не до этого, может, он не может там разобраться там, с конкретными какими-то случаями. Ну, а потом пришло понимание, что все-таки там один за всех и все за одного, круговая порука, и все в курсе, все знают, и ничего не делают, потому что свое ближайшее окружение Путин в тюрьму не будет сажать, это стало ясно. Граждане судьи, может быть, я и неправильно действовал, но... От чистого сердца. Я не мог этого терпеть, ведь воруют, много воруют. Любой московский риэлтор расскажет вам, что больше половины элитных квартир в Москве покупают чиновники и связанные с ними лица. В нашей стране каждый знает, что абсолютное большинство государственных служащих живет не только на зарплату. Знают об этом и высшие руководители страны, но сделать с этим ничего не могут, даже если захотят. Потому что управляют государством в значительной степени не они. Управляет новый класс бюрократии, который за годы стабильных нулевых вырос и укрепился настолько, что вышел из-под контроля не только общества, но и самой верховной власти. Сейчас коррупция 300 миллиардов долларов в год. 25% ВВП страны расхищается чиновниками. Да это вообще немыслимое дело. Ну а как с ней бороться, если первые лица воруют? Первые лица страны, первые лица регионов, первые лица городов, первые лица районов воруют все. Открыто. Бизнесы записывают на жен, на детей, на племянников, на братьев. Открыто. В любой нормальной стране это уголовка сразу. У нас это в порядке вещей. Пусть
почему это сложилось? Ответ очень простой. Потому что политические руководители страны считают это допустимым. Да, вот есть очень известный там, лидер Сингапура Ли Куан Ю, да, человек, который победил коррупцию в стране, которая была коррумпирована точно не меньше, чем Россия. И на стандартный вопрос, который ему всегда задают, расскажите, как победить коррупцию, он говорит, очень просто, начните с того, что посадите трех своих друзей, вы точно знаете за что, и они знают за что. Да? Вот, то есть, если лидер не хочет, чтобы страна была коррумпированной, то страна воспринимает этот сигнал, да, и подчиненные, друзья, знакомые, они тут же понимают, что этого делать нельзя. Если лидер смотрит на это сквозь пальцы, если он считает, ну пусть, ну подумаешь, а где я возьму честных, там, поставлю честного, а он через там, неделю то же самое начнет воровать, это означает, что он, в принципе, разрешает воровать всем подряд. Нынешняя организация работы госаппарата способствует... К сожалению, способствует коррупции. Любые административные барьеры преодолеваются взятками. Чем выше барьер, тем больше взяток и чиновников, их берущих. Что делают центральные федеральные органы на местах, на территориях, это просто ужас. До сих пор ведь невозможно, месяцами невозможно начать собственное дело. Ходить в каждое учреждение нужно ходить со взяткой. Проблема в том, что сырьевая экономика, если не, сырье открыто в стране, где такие политические институты, демократические институты еще не построены, то сырьевая экономика на самом деле увеличивает вероятность того, что страна так и не построит эффективное правительство, эффективное государство, подотчетное, не коррумпированное. И таких примеров, к сожалению, много. Россия не единственный пример страны, в которой вот эта сырьевая рента привела к тому, что не удалось пока справиться с коррупцией, не удалось пока поставить власть под контроль общества. Напомню случай с Елисейским гастрономом. Я был свидетелем этого всего. Андропов пришел, найдите мне один случай такой, чтобы все поняли. Нашли вот, гастроном этот, расстреляли, начали ходить там смотреть в массовом порядке, а что происходит. За 11 месяцев национальная производительность труда, общенациональная, повысилась на 14%. У нас такого роста не было никогда. Потому что люди поверили, что все, да, вот с коррупцией будет нулевая толерантность. Мы будем сажать и стрелять. Этого не надо делать. Но китайцы этим занимаются каждый день. Что делает правящий класс России? Он использует ее возможности, природные ресурсы для, прежде всего, самообогащения. И то, что у нас произошло в конце 80-х, 90-х годов, номенклатура выбросила вон коммунистическую идеологию, коммунистическую партию, запреты, которые так или иначе ставила коммунистическая система на личное обогащение. Стала обогащаться, стала собственником. Конечно, это трагедия России. Конечно, это трагедия России. Вот все говорят там Путин, Медведев, это же лидеры, да? Лидеры же, у них есть опорная база, есть тот класс, на который они опираются. Это класс-убийца, класс-пожиратель, прорва, который занимался только тем, что пожирал народ. Китайский класс предпринимателей был занят развертыванием и служил Китаю, или его заставили служить. А здесь был создан класс-убийца, и этот класс потерял узду. Обещаю, что буду вести себя скромно, как самый обычный сотрудник «Газпрома». Не просто тупо деньгами швыряться, а осторожно, чтобы не выделяться. Куплю часы швейцарские, золотые, ну, чтобы не выделяться, чтобы как все остальные. На них бриллиантов штук 10-15, иначе сразу начну выделяться. Еще такой небольшой «Мерседес» С-класса, чтобы быть как «Газпромовцев» серая масса. Не «Майбах» и даже не «АМГ», а скромно, простенько, для души. Еще на Рублевке построю 3 дома. Ну, чтобы не отходить от традиций «Газпрома». Лично мне бы хватило и 2. Но что делать? Корпоративный дух. Не хочу быть миллионером. Не хочу быть миллиардером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Борьба с так называемыми откатами может сэкономить до 10% федерального бюджета. Жесткий контроль за госзакупками должен стать одним из приоритетов. К этому призывает Владимир Путин. Пора.
В Москве больше 1000 мигалок официальных. Я уж не знаю, сколько там за бабки еще ездят, но вот официальных больше 1000. Каждый день 10 миллионов человек часами стоят в пробках. И видят, как мимо них эти членовозы с мигалками ездят туда-сюда. Естественно, это вызывает дикое раздражение. Никакой рациональной потребности в этих мигалках не существует. Абсолютно. Это просто понты. Первый раз вот синяя ведерко на крыше, кстати, обществу было показано на автопробеге в защиту Щербинского. Когда в 2006 году Щербинского обвинили в гибели губернатора Евдокимова, который летел там на бешеной скорости по встречке, а Щербинский просто поворачивал налево, ничего не нарушая, но в то же время его обвинили вот в смерти Евдокимова. И ему дали реальный срок. После этого народ поднялся с девизом «Все мы Щербинские». То есть каждый понимает, что он мог оказаться на месте этого Щербинского, попасть под мигалку, и тебя же и обвинят. ЕКХ 954. Беги, тебе голову выкрижу, придурок! Для них любая полоса, по которой они едут, это своя полоса, а все другие должны уходить с этой полосы, уворачиваться куда угодно, а у них своя полоса, своя дорога. Пусть она даже встречная, но это своя. Мы хотим сделать так, чтобы наконец в России был отделен бизнес от власти и была подавлена безумная, безграничная коррупция, которая сегодня окутала всю нашу страну. А сейчас есть кто-то вот на политическом поле, который вам симпатичен или близок по взглядам, который ваши взгляды отражает? Ну, Навальный, наверное, ближе всех. Да. Вот он, по крайней мере, единственный человек, которому хочется верить. Здрасте. Добьетесь? Все после митинга, конечно, добьем. Здравствуйте, а не боитесь, что снова вас на 15 суток заберут? Ну, если будем Кремль штурмовать, мы их сами всех заберем на 15 суток. Алексей Навальный стал известен благодаря интернету. В декабре 2010-го он запускает антикоррупционный сайт «Распил», на котором публикуются многочисленные факты воровства бюджетных денег. Навального запрещено показывать на всех федеральных телеканалах. Такое сложно представить в 21 веке, но это факт. How much does this have to do with day-to-day corruption in Russia? I think that corruption has been a constant irritant. Every day you open your morning newspaper and read about somebody stealing another $1 billion. And you realize that nobody is going to be punished. There will be no trial. Как раз Навальный, между прочим. Понятно, что Навальный – это фигура совершенно нового типа, нового поколения. Общественный деятель, который сделал себя без какого бы то ни было административного ресурса, безо всякой оглядки на власть, и даже вопреки этой власти, он просто нащупал углевую точку, которая страшно беспокоит общество, и предложил современную технологию, как с этой проблемой, ну, что называется, работать. В этом смысле Навальный – это первый, в общем, в России общественный деятель 21 века. Вот не думаешь же ты, Алексей, что Медведев заинтересован в коррупции, а ведь он тоже против 94-го закона. Думаю. Абсолютно думаю. Панфилова здесь сидит, спросите у нее про дело Даймлера, и она вам расскажет, что президент Медведев на Давосском форуме, глядя в лицо, в глаза там всей стране, просто нагло врет, что американцы не передали какие-то документы по делу Даймлера. Когда все знают, что он их передали. Потому что он не хочет этих расследований, потому что за эти расследования в тюрьме будут сидеть люди из ближнего окружения Медведева. Поэтому не расследуется ни одно дело, по которому он заявил, ваш Медведев любимый, ни по Магнитскому, ни по Транснефти той же самой. Нету у нас политической воли для того, чтобы бороться. Ее просто нету. Свободу!
Откуда информация? Кто сказал? А, я позвоню Алику, я сама позвоню. Ага. А кто оттуда позвонил? Мне кажется, наше общество созрело для того, чтобы Навальный шел дальше, чем просто ведение блога. Один за все! Не наваливаемся на Навального. Они меня могут обвинять в чем угодно. Я живу здесь, в районе Марьино. Мои дети живут здесь, в районе Марьино. Моя жена живет здесь. В отличие от всего этого жулья, у которой дома в Англии, в Испании, везде. Я живу здесь, мои дети здесь. Я хочу жить здесь и продолжаю жить здесь. Я не позволю этим скотам, которые нас обокрали, нас ограбили, во-первых, нас в чем-то упрекать, я не позволю дальше им узурпировать власть. А жене скажу, вот когда вы меня к ней пропустите, я скажу, здравствуй, здравствуй, да. Юля, я вернулся. Навальный! 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 Алексей, напоследок, с женой. Алексей! Мы хотим мигалок! Мы хотим привилегий! Мы хотим пить нефть! У нас украли наши голоса! И мы пришли сюда сказать: верните то, что наше! Так, могу куда положить на скайп? Это последняя статья, которая вышла про Навального. Как называется? Net Impact. Пока я ехала в метро обратно из его квартиры, я с удивлением думала о тех рисках, которым он себя подвергает. Когда мы впервые встретились в суши-баре возле его офиса, он говорил о трусости либеральных российских бизнесменов. Они слишком боятся, чтобы восстать против государственной коррупции, говорит Навальный. Сейчас мы идем в мой любимый Драгомиловский рынок, куда я еще в детстве ходила. Мне надо просто сапоги починить. 4 года до Москвы жила в Нью-Йорке, где... вот эти ливневые канализации по улицам. И нет вот таких луж, таких океанов, где надо тщательно продумать маршрут каждый раз, когда ты улицу переходишь. Интересно, как ты там буду думать, что в порядке. Интересно, как ты там. Ну, для меня Россия — это... наверное, какой-то, как для многих иностранцев, наркотик, только для меня такой родной наркотик. Это, не знаю, наверное, как близкий, ну, сумасшедший друг, с которым ты очень тесно дружишь уже много лет, и он тебя бесит, но тебе с ним интересно. Уедешь или вернешься? Уеду, точно. Но вернусь, точно. Живет очень много русских, да? В принципе, да. Живет одноклассница моя как раз совсем недалеко. И люди занимаются тоже двое туристическими агентствами. Кто-то гидом работает, кто-то работает в ресторане. Здесь, ну, половина домов занята русскоговорящими людьми. Расскажи мне про Австралию. Мне безумно интересно, может, в этом самом месте я решусь и брошу якорь. И в беседах с океаном. Русский шоколад. Я даже не столько приехал именно в Таиланд, а я просто хочу уехать из России. Когда я вижу, что в России налоги платим, а качество жизни как не было, так и нет. Ни обустройства, ни здравоохранения, ни образования. И меня как человека просто коробит, как эти деньги потом тратятся, куда они уходят. И вот это, наверное, подталкивало, вернее, убивало желание работать в России и поднимать бизнес. Ну, отдыхайте, вам счастливо отдохнуть. Люди уезжают, потому что им надоело заносить силовикам
санэпидстанции, администрации всякой. Им надоело разбираться с бандюками и с ментами, которые хуже бандюков. Им надоела плохая экология, поборы, затхлость общественной жизни, бешеные цены. Ну, с какой я стати? Вот кофе здесь стоит вдвое, втрое больше, чем в Праге, и вдвое больше, чем в Париже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рижская. Мы же проводили целую серию исследований о настроениях на отъезд именно наиболее благополучной части населения, самой молодой, самой благополучной. Они чувствуют себя незащищенными, раз. Они не видят перспективы для детей, два. И они еще молоды, они еще могут много сделать и хотели бы это сделать, а чувствуют, что здесь, в этих условиях, они уже сделать не могут. По нашим оценкам, это сотни и сотни тысяч людей. В общей сложности может быть порядка 1,5–2 миллионов. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Окей, Жан-Феликс. Бай. Андрей Лошак получил ТЭФИ как лучший телерепортер в 2003 году. Спустя 5 лет его фильм о разрушении старой Москвы был запрещен к показу на НТВ. Типично московский парадокс. Деревянный дом 19 века, в котором действительно некоторое время жил художник Попков, снесли. На его месте построили каменный новодел, водрузив прежнюю табличку. С чего началась цензура? Я прекрасно помню, на НТВ, с закрытия проекта «Куклы». Потому что Путину нужно было создать образ супермена. Именно мужика, мачо. Мачо не может быть смешным. Кошмар какой-то. Просто кошмар. Это же мои сны. Политические силы потеряли управляемость. Сбывшийся кошмар. И потом, когда закрыли на Медне, 2 месяца там как бы прошло, там все вообще уже по-другому. И какие-то ходят цензоры. Которые называются редакторами, но это люди, которые выполняют определенную совершенно задачу, чтобы люди не говорили лишнего. Обложка американского журнала Time, заголовок «Здравствуй, товарищ». Статья номера объясняет значение слова «силовики», и далее оно используется без перевода. И все, это, я поразился, конечно, как быстро наступает этот совок. И все ходят, и так селяви, да? В самом начале нулевых произошла трагедия личная для очень многих людей, работающих на НТВ и в медиамасте. Мы написали свои заявления, сейчас положили 30 этих заявлений об увольнении. А для многих было злорадство, что разгромили одну из лучших телекомпаний, неважно уже даже по каким причинам. Ну и дальше, конечно, тотальная цензура, которая все больше и больше укоренялась на федеральных телеканалах. Недавно парень приехал с одного канала интервью брать про политику. А с этого канала никто не приезжал лет 6. Я говорю, может, вам Николай Иванович Рыжков нужен? Может, вы перепутали? Нет, вот вы. Я говорю, замечательно. А оно выйдет? Он говорит, да, я уверен, выйдет. Сняли интервью про политику, жесткое. Он уехал, звонит, говорит, Владимир Александрович, вы были правы, запретили интервью. Ну, классические примеры. Пока Прохоров был лидером партии «Правое дело» по приказу Кремля, его показывали из каждого ящика каждый вечер. Потом, когда он разругался, он исчез. Сейчас он снова, с Кремлем договорился, что они его двигают на президентские выборы. Опять он появился в ящике. То есть люди появляются, исчезают просто по команде из Кремля. Зарплаты учителей должны достичь среднего уровня по экономике в их регионе. Такое поручение Министерство образования и науки дал Владимир Путин. Единственное, что меня всегда поражало, неужели самому не тошно? Вот он говорит, что ему показывают на кассетах выпуски новостей. И вот он видит все время одно и то же, как он садится у вот такого столика, с этой стороны садится министр, и он ему говорит про 10%, тот говорит, что это хорошо, он говорит, что выйдут на 12%, он говорит, важно, чтобы было под контролем, тот говорит, будет под контролем, Владимир Владимирович.
подняли зарплату на 30%. Вот этот процесс надо продолжать. Все 83 соглашения подписаны регионами. Программы написаны, средства выделяются. В этом году доходы бюджета рос 19%. Вот это вот зрелые государственные мужи, которые под одну камеру занимаются этим детским радиотеатром, им самим-то не тошно? Я вот Кудрина хочу об этом спросить. Я включаю телевизор, а там опять оно. Смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Героиня спасла весь мир в одиночку и ни капельки не устала. Резво скачут рекламные блоки, на куски разделяя кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли. Вот оно, унылое говно. Унылое говно. Вы все еще смотрите телевизор? Не стреляйте, я всего лишь робкий шаг. Вздох перед остановкой. Не смотрите, эти шрамы не про вас, не для ваших грустных глаз. Мне неловко. Грозный Сити – один из грандиозных строительных проектов, реализованных на Северном Кавказе за последние годы. Есть, конечно, некий в этом парадокс, потому что вот в Кавказ вкладываются огромные деньги, которые не вкладываются ни в Тверскую область, ни в Красноярскую, ни в Рязанскую, ни в Тульскую. Многие регионы России просто прозябают в нищете, а в Чечню вкладываются просто сверхденьги, огромные средства, и она действительно цветет. И как девиз звучат слова, центр мира, моя Чечня. Попытка умиротворить Кавказ, сказать, вот мы вам дадим сколько денег, сколько вы хотите, делайте что угодно, покупайте предприятия, захватывайте собственность в большой России, как бы интегрируйтесь таким вот образом, она ни к чему хорошему не приведет, потому что ну, аппетиты растут во время еды. Это кортеж Рамзана Кадырова. В нем больше полусотни автомобилей, в основном премиальных марок. Вот они едут на свадьбу к другу Кадырова, Руслану Байсарову. А это стреляют из автоматов вверх, просто от радости. Хаммеры, Поршкаены, БМВ, Мерседесы. Нетрудно догадаться, на какие деньги куплены все эти машины. Вместе с тем никто не слышал, чтобы в Чечне кого-нибудь осудили за коррупцию или нецелевое использование федеральных денег. А девиз «Хватит кормить Кавказ» объявлен в нашей стране чуть ли не экстремистским. Кавказ – это такое увеличенное, но тем не менее зеркало России. У нас тотальная коррупция, и там тотальная коррупция, помноженная на 10. У нас вбросы в урны во время любых выборов, и там уж доведено все это до абсурда. Кавказ, он отражает Россию в том виде, в каком она существует. Внимание! Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Те, кого это раздражает, это скорее персонифицировано в образе Рамзана Кадырова. Если бы там был человек, который несколько скромнее, что ли, себя вел, да, не делал из тебя такого вот чеченского царька, более благодарно и почтительно относился к старшему брату, я думаю, что, может быть, раздражение было бы меньше.
приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась. Кто же из нас первый упадет? Сейчас подождите, я не могу всем раздавать, у меня не 10 рук. Я в свое время написал об этом один текст, на который очень ополчились российские националисты. Они сказали, что я просто предатель. Я написал, что гастарбайтеров нужно усыновлять. Значит, у них должны быть медицинские книжки, у них должны быть полисы, у них дети должны учиться в школе. И это нормально, в этом нет никакой большой проблемы. Так или иначе, так было всегда. Проблема в самом государстве. Государстве, которое легализует нелегальную миграцию, потому что нелегальная миграция – это сверхдоходы, как минимум, московского чиновничества. У нас все ЖУ полны мигрантами, которые получают там, 10% от стоимости своего труда, записанного в трудовых договорах. У них там, условная сумма там, 100 тысяч, они получают 10 тысяч на руки. И все, всем выгодно, все на них жируют и живут. Движение против нелегальной иммиграции, которое возглавлял Александр Белов, было объявлено экстремистским и запрещено. Таким незамысловатым образом, с помощью запретов, в нулевые власть решала многие проблемы, в том числе и проблему растущего национализма. Если взять каждого иммигранта в отдельности, он может быть замечательным человеком. А большие цифры о чем говорят? До 100 тысяч смертей в год, от, например, героиновой передозировки от героина. Канал единственный. 99% героина идет через Таджикистан, через открытые границы, через мигрантов. Вопрос, дружба с Таджикистаном и благополучие таджикских семей действительно ли должны оплачиваться Российской Федерацией вот в таком объеме? От 40 до 100 тысяч смертей в год умирают молодые люди. Да, иммигранты представляют реальную угрозу физическому выживанию моего народа. Охренеть, я в шоке вообще. Вы ждете, из-за вас сейчас все происходит. Аллаху Акбар, ла илляха илля Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лилляхи л-хамд. Вот чуть-чуть подожди. Вот там, без аут. На самом деле Россия, ну мы говорим, наш многонациональный народ. Россия это моноэтническая страна, где вообще-то русских более 80%. Надо дать возможность зарегистрироваться нормальной умеренно националистической партии. Пусть они получают свои 10-15%. Это нормально. Пусть они создают баланс, но они дают выплески в этот пар как-то выпустить. А иначе он купится и ну, до резни же дойдет. Это невозможно. Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Москва и чурек! Москва и чурек! Пожалуйста, не умирай. Или придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай. А я не думаю, что тоже. Наши чены могут совершать все, что угодно с ингушами, с дагами. А почему им можно, а нам нельзя? Почему пятерых из шестерых убийц того же Свиридова отпустили сразу же? Почему? Именно националисты, а не нацисты. Потому что националисты были, националисты. Я не скрываю своего лица, националисты были Лермонтов, были генерал Ермолов. Националист – это тот человек, который любит свой народ и свою родину, да. А не тот, который ненавидит другие нации. Вот да. И все. Мы тоже хотим свободных выборов. Мы тоже хотим участвовать в выборах. Мы хотим, чтобы русских националистов допустили до выборов. Мы хотим, чтобы мы могли выйти на выборы, и люди бы сказали свое отношение к нам. Хватит кормить Кавказ! Слава Руси! Я вырос в бабушке в деревне, читал книжки про наши сказки. Мне нравится Россия, я люблю ее. И мне страшно здесь жить, потому что я еще помню время, когда я ходил в школу,
и не боялся, меня родители отпускали одного. А вот мой ребенок, ему сейчас 8 лет, я не могу его отпустить в школу одного. Мне страшно. Русская партия! Русская партия! Фактически после Манежки впервые было Медведевым произнесено слово «русский» в открытом эфире. То есть они стеснялись, боялись. Хотя бояться ничего не нужно. На самом деле национальные окраины вполне себе нормально себя чувствовали и чувствуют, и более того, готовы себя осознавать частью русского общества, русского мира, причем даже самые такие, казалось бы, непримиримые, как чеченцы. Они-то от чистого сердца предлагают. Ну, они, конечно, хотят продать, это их бизнес. Ну, а русский человек привык, если его начинают зазывать, он сразу же защищается, что нет, оставьте меня в покое и так далее. И многие грубят. Просто напряженность в людях русских. Все время борьба, все время нужно защищаться, бороться. Они из России приезжают, не могут расслабиться даже здесь. Но если выборы показали запрос на перемены, на изменения, на движение вперед, значит, должен быть, наконец, общественный диалог, которого не было все эти 12 лет, одного монолога одного человека. Хорошо высказался Парфенов. Власть, мне кажется, думает, что они, запуливая по центральным каналам там, пропаганду, они думают, что все слушают и все верят. А сейчас люди показали, что это не так. Еще меня радует, что уже меньше люди говорят об эмиграции. Сейчас как-то эти разговоры пропали, и особенно после Болотной я слышала, как многие друзья говорят, слушайте, как классный русский народ, как я горжусь своей страной. Это так приятно, потому что это самые вот это вот сливки общества, и они стране нужны, даже если правительство делает вид, что они не нужны, потому что они как бы не лояльны, не свои и слишком честные. Завтра мы пойдем на проспект Сахарова, и я думаю, что будет еще больше народа, чем было на Болотной. Люди, которые были на Болотной, это люди, которые состоялись по большому счету в путинскую эпоху, в эти самые пресловутые тучные нулевые. Но несмотря на то, что они состоялись, видимо, что-то их гложет, что-то им не нравится, ну, хотят уважения со стороны власти. И если люди хотят уважения, им это уважение надо дать. Они говорят, что о, у тебя ленточка на презерватив похожа. Я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, честно вам скажу, ну, неприлично, но тем не менее, я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Вот, но потом присмотрелся, вроде нет. Путина надо пригласить, чтобы он видел, какие презервативы выдают. Это надо же, какой скотина, елки. Мы хотим жить в честном государстве. И мы его не имеем. Мы вынуждены жить с властью, которая все время врет и все время ворует. Если раньше большинство как бы принимало эти условия игры, да, окей, там, вы нам колбасу, мы вам свободу, то сейчас уже эти правила игры не работают, и, ну, как бы общество совершило какой-то такой эволюционный скачок. Власть народу! Власть народу! И все такие разные, счастливые, несчастные, на этих самых разностях построен этот мир. Россия! Путин! Россия! Путин! Молодежь, вы здесь? Нет! Плохо слышно! Молодежь, вы здесь? Да!
молодой гвардии, а обычные, простые, молодые ребята, которые, знаете, очень многое сделали для того, чтобы в конце жизни они себя спросили, сделал ли я что-то, чтобы критиковать, или не сделал. Могу ли я сам себя спросить, умираю ли я с чистой совестью? Это то, какой я себе вопрос задаю. Это Алена Аршинова. Она один из лидеров молодой гвардии, молодежного крыла «Единой России». Раньше это называлось комсомолом. Мы теперь взяли на себя миссию контролировать исполнение этих поручений. Мы вам в помощь. Видимо, такие, как Аршинова, по мысли кремлевских идеологов, должны в будущем стать достойной сменой нынешней власти. Я не хочу беспочвенной критики. Очень много на Болотной площади было беспочвенной критики. Очень много беспочвенной критики мы слышим со стороны госдепа США Хиллари Клинтон, госсекретаря. Против Путина, конечно, всякие конгрессмены и госсекретари. «Единая Россия» одержала, несмотря на все трудности, несмотря на весь информационный шум и усилия наших недругов из-за рубежа, убедительную победу. Мы все время там что-то боремся с какой-то мировой закулисой, и все нам Хиллари Клинтон мешает величию России. Я ни одного из этих патриотов никогда не видел в китайской тужурке, жен их в индийской саре, не слышал, чтобы они хранили деньги в Сунчуаньском народном банке. Все как-то у них со Швейцарией как-то связано, с Каймановыми островами, с Виргинскими. Вот эта ситуация цинизма, которая идет прежде всего от высшей власти, приводит к тому, что Россия – это территория зарабатывания денег. А жить потом на эти деньги мы будем в каком-то другом месте. В последний момент свалим. Где-то там под парами стоит самолет во Внуково-3, и чуть здесь полыхнет, мы, значит, наконец скажем прощай, немытая Россия, и дальше будем жить на отмытые денежки где-то в каком-то более комфортном месте. Такого казенного патриотизма я очень боюсь, и он страшнее фашизма, потому что фашистов мало, а казенных патриотов, желающих примазаться к распилу, очень много, к распилу проектов. И самое страшное, если мы получим такое воинственное патриотическое быдло, которое ни во что абсолютно не верит, но тем не менее собирается, орет, скандирует «Слава России», а сами в глубине души хихикают. Нет ничего страшнее цинизма, растления. Расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите: «Слава России! Слава России! Слава России!» У нас идет презентация белого итальянского сухого игристого вина «Канти Просекко». Продается оно в гастрономе «Бума». Стоимость бутылки 600 рублей. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do. Никакой идеологии, по моему глубочайшему убеждению, у режима, который сформировался в нулевые годы, просто нет. В России в нулевые годы при политической апатии, при многих, так сказать, упадке культурных институтов, которые традиционно были сильны для российского общества, единственной ценностью стало потребление. Обязательно попробуйте наши роллы. Например, наш фирменный ролл «Оки-доки» с лососем, опаленным на огне. Петрович! Петрович! Иди сюда! Это было общество потребления только для нескольких процентов. Потому что число нищих, бедных, недостаточно получающих что-то, напротив, росло. А разрыв между богатой верхушкой и основной массой населения, напротив, он вырос еще. Чай горячий, кашка бесплатно, пожалуйста, подходите, кушайте, люди. Когда говорят жирные, нулевые, общество потребления, они прошли, во всяком случае, мимо меня. При том, что я академик, профессор, у меня есть возможности для существования, я еле-еле свожу концы с концами. Между прочим, далеко не молодой человек. Если надо, мы дадим тебе совет. Ходишь в турпоход? Да! Хочешь миллион? Нет! Когда смотришь старые советские фильмы, уже непонятно,
Правда люди так думали? Или здесь больше идеологии? И эта добрая реальность существует только в кино и в воспоминаниях наших родителей. В современной жизни такого вопроса нет. Нехватку идеологии общество пытается компенсировать только деньгами. Радищев, правильно? Тем не менее, многим без смысла жить тяжело. Например, герои книг известного писателя Захара Прилепина живут в нулевых и мучительно ищут смысл в том, что происходит вокруг. Как правило, не находят. У меня есть товарищ такой, писатель Денис Гуцко, и он лет, наверное, 7 назад, в 2003, 2004, 2005 годах, когда мы впервые встречались, я тогда уже был полон такого революционного пафоса, а Денис, как и многие мои товарищи, он говорил: дай людям пожить спокойно, люди наконец дорвались до спокойной жизни, вот они сейчас будут просто спокойно жить. И прошло 5-6 лет, и Денис мне сам написал, он говорит: нет, Сахар, ты был прав, потому что так жить просто нельзя, потому что, во-первых, нет никакой спокойной жизни, нет никакой социальной уравновешенности, к которой люди стремились, и вообще нет ничего в итоге. Машинка, заправляй и езди на ней. Аплодисменты Павлу. Русские без смысла жить не могут. Это вот такой народ. Это народ, который способен сотворить чудеса, если есть великий накаленный смысл, и который все наплюет, если этого смысла нет. А ведь мы же Россия. И же подумать страшно, великая страна. Просто потеряли на время духовность из-за всей этой войны. А нужна простая, четкая, русская идея. Чтобы я мог любой суке из любого там Гарварда на пальцах объяснить: тыр-пыр, 8 дыр, и нефига так глядеть. Чтоб исполнились мои мечты, повторюсь. Я не верю в то, что Россия может быть полностью поглощена потреблением. Я всегда верю, что это страна девочек и мальчиков Достоевского, которые будут искать смысл. Знаете, что сказать в конце? Идите ко мне, бандерлоги. С детства люблю Киплинга. За пару часов до рассвета, собравши зверей и толпу, на лысой горе совета разлегся великий Пу. Удавьего племени воин, надежным места раздав, он сам, как удав, спокоен и тащится, как удав. Расселись издали видные на травке, как на полу, и мэн единый пол. Самое неожиданное в этом году для меня это вот этот успех гражданина-поэта. Потому что мы действительно думали, что будет максимум 10 тысяч человек, это мы будем сказать друг другу: поздравляю, успех большой. А когда после первого там ушло за 300, то мы были в растерянности, честно говоря. Продолжали первые 5-6 выпусков еще на дожде, чисто на азарте. Опа, нас так много смотрят, и уя. Прикол такой был, как бы капустник. А потом уже, когда нас попытались запретить, не вышло. Я главный пост доверил тени, веселым нашим Шапито. Между нами явных разночтений не замечал почти никто. Допустим, я, руля державы, небрежно, левой рукой. Часы всегда вышли направо, а он не помню на каком. Путин и мужик. Там, конечно, просто какой-то был взрыв, потому что это был в Краснодаре концерт, и какой-то парень снял просто на айфон там. Какой-то ролик, то есть это стихотворение было написано прямо на гастроли. То есть Миша его первый раз читал, ржал сам. Зал ржал, Миша ржал, и парень хорошо снял. Вдруг зарявкали моторы, подошел комбайн в строй, а в комбайне тот, который, а в соседнем тот второй. В куртках фирменной расцветки, вот
окружение поселян, и в руках у них ракетки. И у каждого валан. Проект «Гражданин Фуэт» просто от того, что над властью можно смеяться, и нужно смеяться, и правильно. Здоровье нации в том, что она может посмотреть со стороны на власть, сказать: ну, это то чушь собачья. Мы с тобой на комбайнах не играли в бадминтон. Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом, погружались в глубину, нежной дружбы не таили, пили рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все, что хочешь. И при звоне чаши чайной был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнейший, чем боржи. Я могу сказать так, что как только разрешат снова прямые трансляции там, заседаний администрации президента, ну как вот съезд народных депутатов, у нас сразу зрителей-то не будет. Так что вот так вот власть нас кормит, получается. Все 2000-е годы общество вполне устраивало вот эта ситуация. Этот негласный общественный договор. Мы вам даем жить, а вы нам даете воровать. Власти стало принадлежать государству. Это видно, как первые лица государства ведут себя так, что все им в стране подчиненные. Эта страна – их страна. У нас в Москве при Лужкове снесли центр города, к чертовой матери. Что, москвичи, вот я тоже москвич, я родился здесь. Мы что, протестовали? Я о себе говорю, нет. Пока до нас не допрет, до русского человека, что мы за все сами здесь отвечаем. Не царь, а мы отвечаем. Столько, сколько периодически стоила нефть, нулевые годы она не стоила никогда. Это было такое бабло, это были такие деньги. С этими деньгами можно было устроить такое, что просто мама не горюй. Вместо этого они вот там всем нажужжали в уши, что они создали огромную, чудесную, необычайную, очень мягкую финансовую подушку, которая нам позволила пережить кризис. Все это просто ужасно. Ужасно, что разводят такую огромную страну на такие огромные деньги. Триллион долларов примерно был выведен чиновниками за 10 лет из страны. Триллион долларов. А страна все это время профукла. То есть на все вот эти, как бы, на этот пиар патриотический, на все эти крики по подъем с колен, на все эти вопли про национальные проекты, а в итоге пшик. Бабушка полтора года назад попала в больницу к своим бывшим коллегам, к своей бывшей больнице, в Боткинскую. Это одна из лучших больниц в Москве, считается, да? Я ей звоню, говорю: я к тебе еду, что тебе привезти? Говорит: так, мне нужна туалетная бумага, мне нужна тарелка, мне нужен нож, вилка, там куски стен просто валятся, это ад, на тебя гавкают все медсестры, врачи, постоянно любят тебя пугать. Рассказываешь, что ты сейчас умрешь, что все плохо. Вот меня как раз приятель спрашивал, вот почему я не хочу здесь жить постоянно, почему я не хочу сюда переселиться там, с концами. И я сказала, что я не хочу жить в стране, где я боюсь пойти к врачу. Если бы даже завтра волшебство произошло, и Путин, Медведев вдруг испарились с «Единой Россией» вместе, вдруг, сразу я бы не вернулся. То есть мне просто банально жалко времени того, что мы уже прожили там, ожидая того, что что-то поменяется, и того, что мы еще проживем, ожидая, что что-то поменяется. Просто жалко времени, жалко своей жизни. Ну вот и прошли нулевые.
смогли мы построить страну, которой можно гордиться. Удалось нам воплотить в жизнь хотя бы некоторые мечты нашего детства. Наверное, у каждого есть свой ответ на эти вопросы. А я помню, как в 90-м году на экраны тогда еще СССР вышел фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Впервые на большом экране нам показали настоящую правду о нашей жизни. Мне тогда было 18, и казалось, Говорухин обращается лично ко мне. Мы жалуемся, что они не уважают нас. А за что им нас уважать? Вон в каком состоянии мы им оставляем страну. Они презирают нашу нормированную гласность и правильно делают. Известно ведь, что полуправда хуже лжи. Они не верят ни нашим призывам, ни нашим обещаниям. Нет, ждать они не могут. Прошло 20 лет. И тому же самому Говорухину выпала честь выдвинуть Владимира Путина на его третий президентский срок. Наша страна развивается стабильно, устойчиво, поступательно движется вперед, без рывков, без коренных ломок. Поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, дать свое согласие баллотироваться на пост президента Российской Федерации. В ноябре 2011-го я вспомнил те самые слова Говорухина, сказанные им более 20 лет назад. Мы жалуемся, что они не уважают нас. А за что им нас уважать? Вон в каком состоянии мы им оставляем страну. Они презирают нашу нормированную гласность и правильно делают. Известно ведь, что полуправда хуже лжи. Они не верят ни нашим призывам, ни нашим обещаниям. Нет, ждать они не могут. Чтобы остановить этот губительный для будущего нашей страны процесс, нужно совсем немного. Нужно заменить гласность правдой, тем более, что это все равно неизбежно. И нужно, чтобы молодые люди хотя бы на примере своих родителей увидели. Жизнь честного человека меняется к лучшему, а пока они видят обратное. Весь опыт окружающей жизни, опыт родителей говорит об обратном. Честным трудом прожить нельзя. Между тем окружающий их мир предлагает массу соблазнов. Деньги, и большие деньги, можно получить просто, не напрягаясь. Надо только переступить через низкий моральный порожек.